Белорусско-китайская команда много вкладывает сил в этот завод. Я доволен, я вижу результат. У нас самые серьезные планы на это предприятие. Спустя полтора года работы с уверенностью скажу, белорусы делают автомобили не хуже, чем китайские специалисты. Это мировой стандарт. Я лично тестировал всю линейку выпускаемых здесь машин. На предприятии есть специальные трассы.